Здравствуйте, вот мы приехали снова зайчиков погонять. С Лизой тут на родину, как сказать. Погодка стоит такая, как сказать, точно не зимняя и не осенняя. Ты поймешь, такая не очень как, комфортная. Ну как для зимы, не, комфортная такая, да, нормально будет, но не зимняя. Снег весь тает. Где-то тоже, думаю, плюс погода стоит. Гололедица везде такая. Ну, вот. Я решил тебя, думаю, дай съезжу. Собачку повыгуливаю. Зайчиков погоняю. Не знаю, под камеру попадут мне теперь зайчики. Так-то попадают. Я камеру возьму с собой, видеокамеру. Так, зайчиков не очень попадают. Ладно, что, идем, смотрим. Вот, думаю, что интересно. Так, с Лизой идем дальше в лес. Чем дальше в лес, тем больше зайцев. Снег хрустит под ногами. В лесу-то, конечно, красота. Но снега пухлого, да нет такого. И по следам зайца, конечно, не вытерпеть. Так попробуем найти, все равно походим. Вот. Таким-то вот хорошо видно будет зайца, если подожим. Да, Лизка? Все, заяц, старый след, да? Побегал на днях там где-то. Зайцы. Да нет, не больно старый. Может, где-нибудь вот тут набегал на зайчиком. Может, где-нибудь и выскочит. Походим, посмотрим, где зайцев тут. Зайчики тут должны. Вот, идем что-нибудь. Вот нашел в жировке зайца. Зайчики жируют тут. Где-то тут надо, значит, он рядом лежит. Под елочкой где-нибудь. Следы не больно старые. Всякие. Все убегано, упрыгано тут. Сейчас Лиза, где найдем, все равно. Смотрите, старые следы тут набеганы, что тает. И свежие есть. Да, все вот свежие, где-то тут лежит рядышком. Искать надо просто. Смотрите, не затаял нисколько даже. Вот он тут. У нас битый даже. Тут где-то зайчик. Зайчик, зайчик, где ты? Ух, какао. Не свежий, не свежий. Да, походим, поищем. Ищи его, ищи, где тут он. Тут где-то лежит. Смотри, что напрыгано тут, набегано. Все кусты. Зайцы не бегают. Это как бы непонятно вот. Ну где-то свежий. Там тут все изжит, зайцы питаются. Копаются в землю. Ищу что-то. Где-то тут он лежит. Ну ладно, сейчас поищем, найдем. Все вот все. Наконец-то кот нашли. Такой гушаре, в елочке кто-то был. Лиза. Ну зайцев набегано, тоже зайчик. Вот и зайчик. Дальше пошел в лесо. Ладно, пойдем. Сейчас я кабанина тут, как обычно. Смотри, какой кабанина. Чуть не смою ногу. Ветер тут. Пойдем туда, в лес лучше. Там собака уши слышно, видимо, зайца погнала. Кстати, тут еще откружитель. Где-то далеко увел сразу. Убежал, где не слышно собаки. Ну видно, что я по следу видел, что заяц пробежал. Нерится.
Видел зайца, проскочил сейчас. Чуть-чуть не успел я к нему. Плохо я собаки бегают, сбиваются. Нас это такой. Похоже, запах плохо остается. Вел я его, ничего не получилось, далековато мне в меж кустов. Ну подождем, он снова прибежит сюда. Так, где-то уж в этих елках я ставил раньше капкан на куницу. Когда жил, этот было лет 15-20. На капканы висели всегда на елках. Так, по-моему, где-то в этих елках что-то. А, вон капкан висит даже у меня. Я знаю, что тут питаю. На тросиках у меня все было. Да, вот заклепывал, так и есть. Алюминиевый должен заклепывать. Помню, я сюда привязывал его. Вот даже сюда шкуру весь вешал. Это было, говорю, лет 15, может даже больше, и ставил уже. Вот прибрел тут. Забрать на капкан этот. Место у меня занято, я все оставлял капкан. Видите, уже лет 15, может больше, и капкан все висит у меня здесь. Да, ладно, сейчас заберу домой его. Только такой прыгал. Вот след. Вот след. Раз, два. Больше 3 метров прыжки. Вот. И вот прыжок. Я себе, кто такой бежал тут? Здесь что-то по следу не идет вроде. Все по дороге тут бежал. Меня убивал. Зверюга. Прыжки по 3 метра. Такие, смотрите. Вот лед. И вон туда. По 3 метра. Собаки и так не выпрыгнули. Что такое? Что за антилопа такая бегала? У вас след такая бы собачья, похоже. Вот след-то. Она тут убежала. Нифига себе. Что, волчар от меня какой-то убежал, наверное. Да. Так, по пути решил зайти капканчики еще проверить. Там лед он толстенный, конечно, здесь. Так, вот бодоги там видно. Проходил-то, говорит, да, сегодня все замерзло. Собака там не комфорт, собака не хочет бегать. Лапы больно. Даже идти-то плохо. Ноги катаются, скользят шумно. Какие-то коряги вон плавают, там видно, что бобры вон там грызут, где-то плавают. На канал поставил капкан бобра. Сейчас посмотрю, как тут сработало, сработало. Лед вроде смотрит толстый лед. Так смотришь, как чистый, как будто местам, как будто. Почистил канал, почистил. Там все огрызки. Грызут, он плавает. Воздуху много вон. И плавает. Сейчас посмотрим тут. Мешком был прикрыт. Капкан сработал. Что-то поймал. О. Так, не сказать большого, но средний бобрик попался.
Такой средненький. Средненький бобрик попался. Вот тащить его надо. Опа. Блин. Без лапы. Без лапы бобрик. Отмучился на свое. Попал в капкан. Такой средний, не сказать маленький, не сказать большой. Нормальный. Вот. Что-то все спрашивают меня, где капканы ты доказываешь, где капкан? Я же ссылку не раз давал. Сейчас найдем где-нибудь. Где он? Вот. Класс. Вот такой вот ссылку. Смотрите, номер телефона, все можете записать. Все меня спрашивают. Видео посмотреть неохота до конца. А спрашивают, где можно капканы заказать. Вот, можно там поискать кировские всякие капканов. Видимо, невидимо везде. В сайтах всяких. Вот только не ленись. Работай. Ну ладно, сейчас что. Капкан. Что-то поставить, оставить еще. И забрать ли его. Тащить до машины надо. Сейчас. Тут на вездеходе подержал, рядом сейчас тащить надо. Ну ладно, я подумаю. Вот такой березовый лес тут. Лиза зайца подняла, похоже. И зайцы какие-то сумасшедшие. Унес куда-то далеко. Там где-то тявка. Сразу визжала, наступила на зайца-то, что ли, крепко сидят. Где тут тявка? Там вот гоняет где-то, все, бегает она. Завизжала, я думал, что куда прищемило, и кто, наверное, напал. Нет, потом слышал, лаять начала, погнала. Стою, никак не могу дождать, где-то там тявкает, тявкает далеко. А выгнал где-то здесь вот. Зайцы следов много, тропы тут все кругом. Какие-то зайцы интересные, странные, не идут на свое место. Несутся сами не знают куда. Раньше беляков-то было, в лесу выгнал, так он вот по лесу потом бегает кругам. А сейчас как припустит и бежит, не знает сам куда бежит. Ладно, подожду еще немножко. Пойду ближе к машине и капкан там проверить можно. Потому что уже смеркается, солнце заходит, темно уже. Конечно, красота, но... Ну, лес гончим, сегодня погода не совсем годится. Корка. Зайцы сами своего хруста боятся, наверное. Вот и несутся куда. И собака теряет, плохо. Тяжело собаке бегать, наверное. Лапки набьется сегодня сильно. Я не вижу где-то, где он куда убежал. Так, лесу хорошо, на окраине, да, ветер сегодня. Ветра. Ну, сегодня ноль, наверное, как не оттает и не замерзает. Такая погода, как мерзкая. Ладно, подождем немного еще. Вот, нагулялись до сыта. Сейчас чайку попьем с чебуреками и поедем домой. Вот, нагулялись, зайцев погоняли. Взять не пришлось. Вот такие чебуреки на домашнего кабанчика. Вот супруга настряпала. Вот погоняли сегодня зайчиков. В одном месте погоняли. Ничего, зайцы, собака плохо с ней гоняет, можно сказать. У нас корка сверху, собаки бегают, он прибежал, скулит. Тут походил вот дора зайчика, погоняла второго. Это убежат куда-то они, зайцы, сами похоже, сами своего треска боятся. От следов своих. Потому что хрустит ужасно. Дорого, по дороге идти невозможно, если ноги раскатываются, лед. Пока он побрал, он тащил мешок насквозь. Сколько тут, 200 метров, 300 тащил. Мешок даже продрал его. Вот это какая корка. Еще замерзнет, еще хуже будет. Надо бы снежку сантиметров 10 бы. Тогда бы хорошо было, можно с собачками гонять бы тогда. И полегче бегать и помягче было. Сейчас очень жестко, лапы набивает. Саму-то идти, чуть не ног, где-то даже плохо. Да хруст стоит ужасный. Так что вот, проверили капканчик, тут бобрик один взлетел
средненький такой, не так, что небольшой, не больно большой, но средний, ну нормальный так. Думаю, что, ну, как сказать, ну, нормальный пойдет, вот. Так, сейчас, ладно, сейчас чайку попьем сейчас с чебуреками и покатим домой. Так что сегодня получилось видео просто про охоту было. Так что поддерживаем канал «Сельские будни», мы будем вас радовать новыми видиками. Снимать потихонечку будем. Вот, кому нравится, кому не нравится, это уже дело каждого. Так что всем пока, до новых встреч, удачи всем на охоте. Ни пуха, ни пера. До свидания.